Добрый день. Пурим Самеах. Мы желаем всем счастливого Пурима. И мы сейчас будем здесь над златом чахнуть. Точнее, так сказать, как царь Кощей над златом чахнуть. То же самое сейчас мы будем делать. Сейчас объясню, что мы будем делать. Значит, мы говорили, что мы на сайте, у нас на сайте можно дать Зехеле Махате Цита Шекель, да? В память о половине шекеля у нас на сайте можно дать труму. Но, если кто-то читал нашу статью, и то там написано, что самый лучший способ это дать эквивалент половины шекеля серебром в наше время, что это примерно 26 шекелей, да? Плюс Мишна Брура говорит, что лучше всего дать три расходные монеты, которые ходят сейчас в стране. То есть в нашем варианте это половина шекеля. Поновее взять вам половинку шекеля, вот такую, новенькую, да? Значит, мы с Рабиосифом, он один из работников отдела бухгалтерии, Толдот и Ширун, да? Точнее, замдиректора. Да, так вот, Рэб Йосеф достал из закромов Родины вот эти вот полтинников 40 штучек, да? То есть 20 шекелей полтинниками. Теперь мы, все, кто дали денег, вот у нас сейчас здесь, я вручную правду записал, в следующем году думаю, что мы сделаем программу, да, специально, которая будет выбирать. Я выписал всех тех людей, которые дали нам в этой категории деньги на Толдоте, да? И мы для них, для всех сделали киньян. То есть мы сделали для них приобретение вот этих денег, чтобы я как бы от их лица дал их на Толдот и Ширун. И тем самым, кроме того, что они дали эквивалент стоимости 8 грамм серебра, как мы говорили, да? Я для них даю 3 монетки, так как говорил Мишна Брура, 3 расходные монетки. Почему 3? Написано в Торе 3 раза понятие трума, то есть дать благотворительность, дать цдоку, дать на построение храма, наша недельная глава, между прочим, написано 3 раза. Поэтому многие великие комментаторы говорили, что нужно дать именно 3 монетки. Значит, и поэтому мы сделали для всех, для каждого человека, который... Здесь написано в этом списке, этот обычай для выполнения слов автора Мишна Брура, великого Хофицхайма. Они дали денег нам на сайт для выполнения этого обычая. Мы хотели, чтобы они выполнили этот обычай в самом лучшем виде. И поэтому мы сделали вот это вот. Значит, все те люди, которые дали денег на сайт, пожертвовали на сайт до 15 часов 36 минут по иерусалимскому времени, мы их всех сюда записали. Если кто-то дает позже 15.36 по иерусалимскому времени, мы в этой категории уже не будем делать еще раз вот эту вот ту процедуру, которую мы сейчас сделаем в кадре вместе с Рэб Йосефом. Поэтому вы сами должны дать еще 1,5 шекеля или $1.5, но вот такими полтинничками или 3 раза по 50 копеек для того, чтобы выполнить слова Мишны Брура в самом-самом лучшем образом. Для того, чтобы выполнить этот обычай самым лучшим образом. Теперь мы покажем вам, как мы это делали на самом деле. Предположим, есть человек, которого зовут Абрам Рабинович, который дал нам на сайт. Один из этого нашего списка в 30 или больше человек, который у нас был здесь. Больше, сколько у нас было? Не помню, неважно, да? Сколько-то там у нас? Почти 50 человек, да? Теперь вот эти вот... этот человек, Абрам Рабинович, условно, специально не называя его имя, мы хотим ему... дать эти деньги. Что значит дать? Чтобы он выполнил вот эту вот, этот нюанс. 3 монетки. Значит, Рэб Йосеф, он Толдот Йешурун, да? Он взял 3 монетки из вот этой кучки, и он дает их мне, да? А я за Абрама Рабиновича делаю киньян. Что значит приобретение? Я сейчас представитель Абрама Рабиновича. Почему? Я же могу, если Толдот Йешурун дарит Абраму Рабиновичу, я же могу, так сказать, ему это дело как бы за него приобрести. Так написано у нас в Аллахе, в законе, что если дарят человеку подарок, то я имею право стать его посланником, даже если он об этом не знает. В данном случае однозначно, что вы знаете, потому что мы, понятно, хотели сделать для вас самый лучший вариант этой заповеди. Теперь я от имени этого человека, Абрама Рабиновича, даю эти деньги на Толдот Йешурун, Рэб Йосеф, берите, и тем самым выполняю заповедь или не заповедь, халила, зейхер, память о Махацита Шекель самым лучшим образом. Вот здесь есть 3 монетки, да?
И я за Авраама Рабиновича. Не видно три монетки? Видно? Что не видно? Все видно? Три монетки. Три. Раз, два, три. Я говорю, зехер ле махацета шекель за Авраама Рабиновича. И вот еще раз понимаю. Итак, мы сделали для всех тех людей, которые в этой категории пожертвовали на нашем сайте. Большое спасибо. Всем Пурим Самех. Пурим Самех. До свидания.